брать бери, Эфенди. Не занимай прилавок. Повелитель, не выдавай. Зачем вы хотели меня видеть? Что, Валиде стало хуже? Напротив, лекари говорят, ей стало намного лучше. У нее заработала правая рука. Это прекрасная новость. Вы должны радоваться. Что с вами? Вы чем-то опечалены? Сейчас расскажу их я. Пойдем, присядем. Я очень обрадовался вчерашним событиям. Но ночью я увидел такой сон, что вся моя радость исчезла. Что за сон? Помоги мне понять его, иначе мне не найти покоя. Валиде мне снилась. Она была на берегу реки, наклонилась, чтобы попить воды, и как раз в этот момент на нее упала тень. Она подняла голову и увидела, что на другом берегу реки стоит белоснежная лошадь. Она искрилась на солнце, словно бриллиант. Ветер развивал ее прекрасную гриву. Она взглянула на маму, а потом подошла к ней. Это была лошадь отца, султана Селимхана. Она будто бы пришла забрать Валиде. Повелитель, вода и лошадь — это к счастью. Этот сон беды не предвещает. Но потом, откуда ни возьмись, на берег опустился туман. Стало темно. Загремел гром и засверкали молнии. Пошел дождь. Река забурлила. Лошадь поднялась на дыбы. Лицо Валиде сияло среди этой черной ночи, как луна. Теперь скажи мне правду, брат. Это может добро предвещать. Сулейман, мир — только иллюзия. Воздух, которым ты дышишь, земля, по которой ступаешь, вода, которую пьешь, огонь, что горит, всего лишь иллюзия. Они не вечны. Кто погрузился в эту иллюзию, однажды обязательно очнется. Султан ты или раб? Каждый наг в бесконечной реке истины. Будем жить. Я не знаю, сынок. Не бойся, женщина. Я вам зла не причиню. Иди своей дорогой, Эфенди, не приставай к нам. Что с тобой? Кто это сделал? Уходи, Эфенди. Если тронешь маму, тебе не поздоровится. Как тебя зовут? Сулейман. Рассказывай, тезка Сулейман. Возможно, я смогу помочь вашим бедам. Кто это сделал? Папа выгнал нас с мамой из дома. Не склоняй голову. Будь горд.
а склонится тот, кто это с вами сделал. Где этот неверный? Почему ты спрашиваешь? Кто ты такой? Кто я, неважно. Просто я очень хочу вам помочь. Кто они? Почему идут за нами? Это мои старые друзья. Поэтому они идут со мной. Ты что здесь делаешь? Я же тебе сказал здесь больше не появляться. А? Ты еще кто такой? Эта женщина говорит, что муж ее избил и выбросил на улицу. Правду говорит? Не вмешивайся! Ты еще и жалуешься. В чем дело? Это правда? Моя жена. Хочу бью, хочу броню. Не вмешивайся! Стража, взять его. Отпусти! В чем дело? Не бойся, он тебе зла не причинит. Идите в дом. Отпустите! Что такое? Кто вы такие? Я сказал, отпустите! Не кричи! Замолчи! Только что с тобой говорил наш повелитель, султан Сулейман. Это повелитель? Что будет с моим мужем? Он столько лет тебя мучил... И ты все еще печешься о том, кто с вами так поступил. Я не о нем думаю, Фенди, а о ребенке. Не на что нам жить. Чем ты хуже мужа? Сама иди работать. Но... Ты получишь работу, обещаю. Получишь еду. Отныне ты сама сможешь содержать себя и ребенка. Аллах да благословит вас. Но как же я буду одна, Фенди? Как мне быть? Я тоже пойду работать. Ты больше не будешь нуждаться. Повелитель, помилуйте меня. Прощения нет. Содеянное тобой карается по закону, ты понесешь наказание. Повелитель, у меня были причины, повелитель. Никакая причина не оправдывает подобное. Уведите его. Повелитель, помилуйте, повелитель. Прошу, смилуйтесь, повелитель, повелитель. Дайте этой женщине работу, а ее сына запишите в школу. Они не должны ни в чем нуждаться. Как прикажете, повелитель? Постойте, Фенди. Примите это. Он ничего не стоит, но, говорят, печаль облегчает.